И вы смотрите «Варенье для настроения». Сегодня мы заглянем за кулисы кино и побываем на настоящем кастинге. Мечты обычных деток с первой столицы сбываются благодаря модному кинопроекту «Варенье». Какой роли ты больше всего мечтаешь сняться? Главной. А я мечтаю сняться феей Винкс из мультика. Я мечтаю сняться принцессой. Ниндзя. В роли привидения. Принцессой. Я хочу опробовать все роли. Феей. В фигурном катании. Принцессой. В роли учителя. С красивой. Уже в течение 2 месяца дети-актеры смогут принять участие в съемках и увидят себя на большом экране кинотеатра «Киноленд» кинопремьере. Анастасия, у вас есть актеры-любимчики? Ну, судя по тому, что я перед тобой практически стою на коленях, наверное, есть. Привет, Крис! А легко ли стать звездой? Звездой как солнце или звездой как млечная звезда? А млечная — это путь, путеводная звезда. Какой звездой? Ну как вы. А я не звезда. Да ладно. Здравствуйте, Дмитрий. Какие неожиданности могут ожидать актеров на съемках? На съемках? Ну, например, дождь. Внезапно, очень. Вот ливень бабах. Или, допустим, пчелы, да, Даня? Могут быть пчелы. А, да, я помню. Сможешь ли ты переплюнуть Брэда Питта? Да. Скорее всего, да. Ой, даже не думал никогда, но все впереди. А пока наслаждайтесь просмотром юмористических, поучительных серий кинопроекта «Варенье». И мечтайте, конечно же, это не вредно.